Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Продолжаем молиться о Чуваши, о республике, о пробуждении здесь всех народов, о пробуждении всех народов Поволжья, о пробуждении чувашского народа. Молюсь, продолжаем молиться, и Бог в помощь нам в этом великом пробуждении последнего времени. Удивительно, во всех народах, во всех племенах прославляется имя Господне сегодня. И пусть в чувашском народе, марийском, татарском, во всех народах, проживающих здесь, в Поволжье, пусть прославится имя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. И ни в ком ином нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, друзья, товарищи, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, всему человечеству, дарованного свыше от Бога, которым надлежало бы нам спастись. Им мы спасены, им спасаемся. Молимся за Чувашию, молимся за Чебоксары, благословляем Шупашкар во имя Господне. Молимся, благословляем чувашский народ и все народы Поволжья. Да, и сегодняшним днем, да, морозным таким днем, вообще эта зима очень морозная такая, настоящая зима. Вот, пред морозом его кто устоит? Ох, и вся земля покрыта снегом, и он омывает нас, делает снега белее. Да, друзья, и пусть вот эта чистота Господа нашего, да, будет в наших судьбах, да, в молитве о пробуждении Поволжья, в молитве о пробуждении народов Поволжья. Благословляю паки и паки свои родные Чебоксары, мой родной город. Здесь я родился, и вот спустя много лет Богу пригодился. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Из Чебоксар с любовью, с Чувашия, Республика Чувашия, Поволжье, во Христе Иисусе Господе нашим, да, приветствую всех и благословляю. С Богом!